Всем привет, с вами Ваня Плей и Дима Руплей. И Макс Плей. И сегодня мы будем играть Побег от Военкома. Короче, игра про военкомат, короче, с этими мобилизациями в России, всякими там мобилизациями. Вот я даже могу, я скачал новое приложение. Теперь я могу здесь рисовать, как бы, вот смотрите. Он вам сейчас сердечко нарисует. Вот то, смотри. Потому что мы вас любим. Любим, то вот. Есть вот. Во. Ваня, ты не так, вот так. Дай, можно? Да быть. Вот так вот. Ну, да. Примерно. Вот, а вот такая вам сердечко на весь день. Короче, давайте сотрем. Нормально, на крестик. Можно так, было. Давайте на крестик, все. Давайте плей. Играть. Так. Так, тут какой-то чел такой флексит, фристайл. О, кушечка! А что делать-то? Ага, я игру про таракана. А? Да я забегу в шарагу, да погоди ты! Дима хочет снять видео. Короче, подписывайтесь на его канал. Да, ну, короче, я... бухлишка раскидана. Смотрите, я все заново, конечно, начал, да. Да. Тут написано: разверни, я не знаю, как развернуть, не работает оно. Так, акушечка. Как? Тут иногда с этими проблемами. Так, бухлишка. Класс, Тарас и шарага номер 228. А, тут, отливаем. Кажется, тут бегает... День науки! Тут бегает он тут припаренный чувак. Да, какой, да, на картинок, него, на картинке него... была повестка. И вот этот чувак, о, сколько тут бухлишка. У него за нами бегает чувак, у кого шизофрения. Да, и он хочет, чтобы мы были в шараге. И чтобы в армии. Да. Он говорит, давай вещи быстро собирай. Кстати, он где-то близко. Вот и он, это у него шизофрения. Знакомься. Я обосрался. Пошел в жопу со своей повесткой. Знакомьтесь, это дебил. И это его. А американцы уже на границе. Ой, хватит шутить шутки про войну, это уже не смешно. Реально это не смешно, война реально идет на Украине, в Донбассе. Ты тут шутишь. Короче. Эй, да куда ты? Да пошел ты в жопу. Попа. Эй, да, да блин! О, государственные символы Российской Федерации. Попу. Я иду твою попу. Да стой ты. Да стой ты. Господи, мне надо найти какие-то дипломы. Но я не понимаю, как он за мной гонится, и ничего посмотреть так и не могу нормально. Потому что этот полуфабрикат, который меня заставляет повестку взять. Господи. Что это такое, господи? Ну какая там повестка, блин? Не сравнится с временем. Никакая повестка не сравнится. Эй, ты дети, пошёл в жопу, я не буду служить. Понял. Так, а вот и диплом. Так. Так, кто это там, кто это за дебилы там такие? Так, это Путин там, какие-то дебилы там еще. Так, пойдемте, короче. Чё такое? Адидас! Адидас, ананас, я буду. Да, я. Я буду. Один пополам. Чужой диплом. Вот. А у тебя еще что-нибудь нету? Можно мне. У тебя что, еще одного нету? Дай, ну как раз. Ну дай! Раз, два, три, все честно. Давай, все чисто. Аккуратно. Короче, вот. Опа! Кабинет технологий, тут табуретки делают. Так, короче. Пошлите искать. Я... Так, две... Да что ты делаешь? Так, две вот эти хрени надо собрать. Господи, как... Так, о, акушечка, так. Ее тут ремонтируют такая. Такая АК стоит такая неотремонтированная, вся в бухлишке. Это кажется, вот... Когда он делал, значит... Максим, я для тебя пасхалку нашел. Тут какая-то АК неотремонтированная. Да, для тебя. Смотри, прям в бухле вся. Дай сникер. Два только. Дай мне один. Ну правда, на серию. Ну дай мне.
Так, давай я буду решать, кому дать. А мне идея. Дай мне. Давайте я конфету кому-то вынесу. Какую? Ну, например, вон ту круглую. Мужики. Или желтую, или кому-то там. Чего? Ты... Ничего. На. Давай я тебе дам две. Мне кофе дам, никого нет. На. Я домой, я сейчас... Так, я, короче, перекус таксиста че. Таксист. Перекус таксиста че. Говнюк, у тебя будет еще один. А это ж мой. А ты говорил два. Перекус таксиста чек. Да. Короче, сникерс съем. Максим дал. Бесплатно. Угу. Подходите ко мне, подписчики, дам всем. На всех хватит, блин. У меня еще дома баунти куча. Нахера тебе там столько баунти? У меня и баунти, и сникерс. Мы там были. Вон, ничего. Ребят, кстати, у меня опрос есть. Напишите какой? В комментариях, какая ваша любимая шоколадка. Да. Твикс, сникерс, баунти или Марс? Напишите в комментариях. Мне кажется, выберу сникерс. Ну да. Такое вкусное. Да. Ну так. Или у кого-то другая, например. А, 6 минут уже ролик идет, нам надо записки еще собрать. Было неплохо. Не, а тут, кажется, можно тут сколько захочешь, кажется. Не знаю. Я не проверял. Так, чужой альбом, диплом. Наконец-то. Три альбома за суверни. Так, тут Путин. Обосранный Путин такой. Так, где тут? Дальше нету. Так. Тут какие-то гопники, четкие пацики. Так, Warfare. Бутылки водки. Очень много этого вот пива. Или кваса, я не знаю. Правда, ну. Короче, бежим отсюда нахер. Диплом! Вот это мне повезло. Удачи на моей стороне. Я не патриот, как ты. Я не патриот. Я не хочу быть таким, как он. Вот, а ты бы хотел бы стать вот таким? Нет. Турда была. Если не было, да. Короче, давайте. Блин. Продолжаем играть за Михалыча Пухова. Так что напишите, у кого самая любимая батончик. Да, мне кажется, сникерс. Ну да. Ну, может, опа, ну, может, вкусно и съедобно и точка. О, и тут есть даже и меню, тут, короче, супчики, булка, прикол с котлетой. О, акушечка, так, продам акушечку. Смотри, тут аку продают. О, на, поехать, купите акушечку. Опа, чужой диплом. Привет, сколько здесь этих дипломов? На. Кажется, 6-10. Ну да, наверное. О, 10. Еще один диплом, как не везет. На 10 из 10, скорее всего, собрать. Это уже 7, блин. Да охереть. На 6, да. Опа, восьмерочка. Вон диплом валяет. Ну-ка. Ты будешь браться? Восьмерочка. А какая-то треснутая, у нее тут стекло раз. Херячина. У тебя еще 10. У тебя еще 7, 8, 9, 10. Смотри, игрушка. Привет. Тебе еще пошли отсюда. У тебя два диплома осталось. Короче, привет. Короче, тут вот так вот. Привет. Собираем дипломы. Давай, собираем дипломы. Пришел Назар Плей. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки. Так. А у меня уже есть новый канал. Так. Дима Руплей. Руплей. Я чуть не проиграл. Вот Дима и там запятая после Дима. Там. Да, Руплей. Руплей. И все. Хоть не один подписчик, но это Ваня. И Макс подпишется. Да. Подпишись на мой канал. Да мы, блин, откуда знаем, с какого? Я на твой канал подпишусь. Нет, дизлайк. Блин! Я вообще обосрался. Ты же реально два... Так, вот курица там дофига. Вот тут это. Да. Потом, давай посмотрим. Да. Потом.
Опа, убежим от государственный российский флаг. Вот там написано: Россия священная, наш Даджал могучая, больно. А тут закрыто. А, Ваня. А кто за родину-то вставать будет? Это как? Это как? Ваня, давай ты будешь бегать тут. Вот тут внизу еще что-то. Я хочу, пока. Это же первый этаж. Вот это на втором я хочу сделать. Давай пока подписчикам. Давай. Тогда сейчас убежим от него и покажем. Это просто all mine. Да. Погоди, тут у нас шкафчик как бы тепло. Парень, все, на второй погнали. Да, ты бегать будешь, ты ж военный, ты должен пробежку делать. Бежим туда куда? Как бы. Так. Оп. Вот тут, понял, аккуратно, он тут, я его видел, зеленый. Блин, я же говорил, он там. Я проиграл, ну почти все собрал. Короче, ладно, давайте заканчивать на этом ролике. Ролик, если вы хотите продолжения, поставьте лайки. Так, вот. Да, жалко, мы не увидели его. Тут еще есть головаст 228 версии. Сделал из говна и палок. И Алекс Ноу. А что это? Клаудхин. Озвучил нормально, хорошо. Ладно, давайте попробуем еще раз. Давайте еще раз попробуем. Если у нас не получится, так не получится. Блин, да. Там была игрушка АК, ёпты. Где? Там. Сука, на шкафу. Побегу в шарагу, собирай диплом из чужих страниц. Ну-ка, давай быстрей. Так, давай быстрей, нам надо играть. У нас ролик недолгий. Да. Давай. Я понял, из говна и палок получается говно. Так, давайте. Ищем здесь. Сразу все осмотрим. Так, блин, не понимаю я. Мне трудно ориентироваться. Ты. Да блин, как тут нормально повернуться. Тут иногда баги происходят с этим вращением. О, пошли, покажем тут. Да, там вот это вот как. Идем быстрее в комнату. Да, блин, да. Быстрее, пока его нет. Это пасхалка. Да, это пасхалка. Да что-то, но не. О, я русский. Нет. Вот тут какое-то телевидение показывают, там как там Путин обосрался. Ладно, пошли. Так. Нет, опа, кажется. Ну и может в шкафу. Шкафчики. Вряд ли. Да не вряд ли. Пам-пам-пам-пам. Так, ой, блин. Там запрещенные вещества показывают. Не будем, в принципе, на них внимание обращать. Погнали, вон, вот это, кажется, дверь. Смотрите на это. Вот, смотрите. Это пасхалка. Да. Идем к курицам. Курицам пожаренным. Ну на. Вот и курица. Вот тут даже написано. Склад курь-грил. А вот тут, а там что написано? Не знаю. Пасхалки, блин. Секс-склад. Не знаю. Да. Опа. Комнатка кузбачки. Так, тут всякие книжечки валяются. Это пасхалка, кажется, у крутой. Да, какой игры. Да. На компах. Кто да, знает, ну тут бухла много. Так, кто знает, давайте пишем. Да, пишем в комментариях. Да. Так, а мы пока продолжаем искать альбомы. Потому что я никак не могу это все найти. Так, Путин везде а этот говнутин. А кажется, просто их тут в шкафчиках нет. Да, не только в комнатах. Как в Балди. Ага. Реально это похоже на Балди. Да. Да, там байкомат. Так это военкомат. Чужой день. Да тебе. Говно из. Да тебе. Говно и палок. Чтоб ты убежал отсюда. Я стараюсь искать это говно. Чтоб ты ушел отсюда побыстрее, потому что я хочу посмотреть по концовку. Кто тоже хочет посмотреть концовку, вот. Ставим лайки. Да. 3 миллиона лайков, тогда мы покажем концовку. Диплом. Зачем нам эти дипломы? Я тоже сниму видео про эту игру. Так, короче, давайте уйдем отсюда. Вечером. Так, вот так вот. Опа. Тут какой-то еще один коридор. Так, мы тут били. Машин,
мы тут были. Давайте там на был третий. Диплом, погнали на третий этаж. Ага. Тут. А мы на первом только. Опа. Ну потом. Так, так. А кто за родину будет вставать? Помнишь, мы тут были? А если тут, ну тут может по-разному быть. Ну вряд ли. Зато тут есть съедобно и точка. Съедобно и точка. Да, там даже этот есть. Вкусная точка. Ну да. Только свой армейский вкусная точка. Если что, съедобная точка. Все вот время тут открыто. Так, вот диплом. Это компьютер. Он тут... Это ж та и самая игра, которую мы играли. Ваня, а что там? Блад? Не знаю. Владимир Путин. Почему этот Владимир Путин везде? Ну, Вань, тогда я думаю, нет. Покажи его. Господи. А, да. Путин. Ну да, да, да. Это что такие Россия? Вон. Вон там. Сука. Кто тут пивасик? Кто тут все? Доска объявления. Так, так. Ужаснейший забива. А кушечка? О, а кушечка тут... обосранная. Мы почти, ты почти Идем. Рядом. Пошли восьмеру посмотрим. Я помню, где-то мы ее... Господи, он за нами идет. Ну, ладно, пошли на первый. Где восьмеру? Да, не обращайте на крики внимания, это Алочка орет. Да. Да, да. Так, открываем. Уже 16 минут идет ролик, но ничего страшного. В принципе, я вообще до 30 минут снимал ролик. Так, ладно. Чужой диплом. Смотрю. Так, чужой диплом. Берем чужой диплом. Так, пятерку. Короче. По литературе. Да. Это... Тут он. Опа, опа, опа. Нет, акушечка. Акушечка. Так, 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 акушечка. Пошли, восьмерочка. А подожди, что тут написано? Не так знаю. Уже нет. Это туалет там нету, я там. Иди. Идемте. Ты моя восьмерочка. Так, давайте быстро заспиздраним эту игру. Плюс один. Поздравляем, может, мы скоро быть. Уже выберемся. Да. Где мы еще не проверяли? На именно искать, где дверь закрыта. Может, на третьем? Там. Там это, или на четвертом. Тут есть четвертый этаж. Пошли, а прикинь, если. А нет, тут нет. А нет, тут только три этажа. Блин, где мы могли еще? Может, тут не до конца не дошли. Да. Не знаю, но тут съедобная точка. Мам, тут дипломов нет. Вот это че? Смотри! Пасхалка в той игре. Я не понял. Мы пасхалку нашли. Там это дерево ожило. Пацаны, это пасхалка. Пасхалка. Это пасхалка в игре, какую мы снимали. Восьмерочка. Да. Вот это, что такое доброта? Доброта, это когда? Это же вот этот ролик. Моя восьмерочка. Прям стоит весь вся в пивке. А, это нычка, я думаю. А. Он даже не может... Короче, пошлите. Ой, я восьмерочку. Так, короче, сейчас мы хотим пройти эту игру. Да. Вот эту дверь мы ж не открываем. Да. Тут блин. Да блин, уже хочется пройти эту игру. Короче, я не знаю, пройдем мы или нет. Да. Ну что тут нема нигде. По-по-по-по-по-по-по-по-по. А ты! Иди нахуй! Ты будешь вставать за руль. Бой, а это... А, тут дверь не открытая. Я знаю, я на всякий случай. Я знаю, куда она идет. Она помнит, что издевалка. Это тоже не это. Она только сейчас ходит. Это тузалет. Это тузалет. Патриот, блин! Ты как будто патриот, ты тут вообще ни хрена не делаешь, только всем повестки даешь. Паня, кажется... Нет, тут 9. Так еще одна комната не открытая осталась. Еще одна. Может, я помню, мы проходили эту комнату, я что-то там красное видел. Какой
Или помню. В мусорке вообще? Не помню. Ну, вот это как... Где мы... две комнаты, кажется. А, все, он ушел. Кажется, там. Я не там, знаю. Кажется, видел. Где две комнаты. Открываешь, и сразу две комнаты. Ну-ка, давай. Нет. Где там можно было выйти? А. Три двери. А, я не знаю. Давай сейчас найдем. Я помню, я там видел. А если мы сделаем концовочку? Угу. Реально будет круто. Угу. Или тут бесконечность? Глянь, минуты. Это минуты. Нет, они... Это FPS, мне кажется. А-а-а. Вот я про эту. Я тут что-то красненькое видел. Да нет ничего. Ну я видел, кто кажется. А, значит, мне показалось. Надо внимательно все тут искать теперь. Что? Вон ты, вот. Че? А, значит, все, мы ж тут были, помнишь? Просто цвет красный. Да, она изливается. Так, короче, пойдем. На третий. Угу. Надеюсь, мы сделаем концовочку. Может, тут с Владимиром Путиным где-то мы не посмотрим. Мы бежим, бежим. А мы оттуда и пришли. Там даже пасхалка. Если что, смотрите, там пасхалки. Мы уже эту пасхалку и сыграли. Ну да. Блин, то где это вонючая, блин? Где это? Где ты ее, блин, заныкал? Хреновый ты, блин. Ну да. Дед Пердедус. Да. А мы чё? Акушечка. Акушечка. А чё мы? АК. Мужики, АК. А если прямо там пойти? Зеленые тетради. Это прям как в школе. Ага. Школа. Школа. Обзор на школу. С вам же. А мы тут забираем? Да. Нет. Там не было. Тут нет ничего. Обзор на школу, чекс. Вот он. А мы тут уже забирали диплом. Так, короче, бежим. Нам надо еще одну... место для вкида. Реально, нам осталось один диплом. И все. Может, на первом этаже? Давай на первом. Ну, так. Не знаю. Мы уже все обсмотрели. Да. Уверен, что он где-то лежит тут, блин. Все равно. Может, в шкафчике, и правда, Ваня. Сказал, может, и правда. Я не знаю. Иди нафиг. Дина. Мы ездим. Ну, блин, да какую родину, блин? Ага, блин, иди нафиг. Кабинет русского языка. Ваня, ну блин, ну знаете. Что может не пойдет? Да что нафиг? Боже нафиг. Он прошел. У Хагис. Это вы как иди, Ваня. Иди нафиг. Куда он идет? Погоди, может он вообще в мусорке? Мы ж не знаем, может где-то на улице. Задолбал он со своей повесткой. Блин, понятно. Давай, собирай свои шмотки. Так, какие шмотки, блин? Нам надо игру пройти. А не шмотки твои собирать. Акушечка. Так, тут что-то написано, не знаю. Какая-то затонированная АК. Ага, заниженная. Затонированная. Я слышу бас какой-то из восьмерочки. Так, ладно, может здесь? Мы здесь не проверяли. Они тут эти... Олени собачьи. Да блин, мы уже всю шарагу посмотрели. Вот такая она огроменная шарага. Ну, еще... С военными дебилами. А вот тут мы не проверяли. Где? Вот тут за этой лестницей. Да там нету. Вряд ли. Ну, давай посмотрим. Чё, ну, сейчас, конечно, занимаем. Мне кажется, там нет. Кто будет вообще под лестницу ложить? Вообще, ну, а что это? Прикинь, этот... Так, ну, тут эти девочки, так как это... Кабинет девочка-ведения. Девочка-ведения. Ваня, смотри. Так. Как есть такая пословица. На видном месте спрячешь, никто не найдет. Такая пословица. Есть. Не знаю. Видно, не
подписчики. Норлик уже 24 минуты идет. Короче, давай. Не. Ну идем проверим, что такого. Надо, нам сейчас все надо нычки проверить. Прям все. Давайте. Ну тут два вот эти фигни. Ну тут нету. Тоже нету. Где этот альбом, Фанучи. Говно. Почему? О, пошли за ним. Уже... Да вредно у нас еще. Ой, блин. Вообще. Да. Не, ну это, вообще мы туда. Потому что это в комнате с секреткой. А мы не ходили. Ну, кстати, да, мы. Ваня. Где секретка? А мы не ходили, где он ходит всегда. Ну тут он везде ходит. Не, ну да, туда прямо пошел. Мы там были. Потом не были, походу. Да, прямо там мы были там, как. Мы там были. Блин, мы уже все нашли, чё? Как пройти эту игру? Нереально это. Надо подсказку, мы тут были. Бабки Грэнни все легче, да? Ну. Ну да, мы там можно найти. Да, там, конечно. Надо пасхалочку. Вот она, пасхалочка. Пасхалочку. Это дуб. Тут чего? Нету. Не знаю, я сейчас всю игру убью. Господи, почему нам так дано? Что мы не можем это, блин, диплом один найти? Капец. Сейчас ролик, мне кажется, оборвется. А мы еще диплом не... И он такой... А мы еще диплом не нашли, нянь. Нет, мы не... Где он может быть? А прикинь, сейчас такой под партой идет. Вряд ли. Не хочу, не надоело мучиться. Там тоже, там мы везде искали. И тут, везде. Быстрее. Да блин. Эй, постой, поговорить надо. Блин, этот Путин не понимает. Ваня, тут открыто. Вот он, это Ваня. Ой, я сейчас обойду. Ты, блин. Кстати, ты знал, что можно в шкаф спрятаться? Ты можешь в шкаф спрятаться. Только я застрял. Опа. Как ты за... Сейчас я... Меня нету. Так, Да блин, с повесткой, не! Мы так и не прошли эту игру. Ну ладно, это все равно было весело. Да. Давайте прощаться. С вами Ваня. Был Ваня и Дима Роплей. Все... И всем пока-пока!